Рядом со мной Артем Немиров, генеральный директор МКК «Балтийский». Артем, расскажите пару слов о вашей компании. Меня зовут Немиров Артем Андреевич, я генеральный директор мясоконсервного комбината «Балтийский», город Санкт-Петербург. 21 год мы производим консервы мясные, мясо растительные, овощные в городе Санкт-Петербурге. Широчайший ассортимент от суперэконома до экстра-премиума. ГОСТовская продукция, продукция, выпущенная по стандартам организации, ТУ, разработанные нашим коллективом технологов. Ваша продукция представлена в крупных ритейл-сетях. А вот как у вас дела обстоят с экспортом вашей продукции за рубеж? Сейчас прорабатываем экспорт в Казахстан, в Китай, Армения, Грузия. Основные направления сейчас ведутся вот именно в эту сторону. Перспективные рынки, множество запросов поступает, соответственно, прорабатываем. Артем, скажите, пожалуйста, какой линейкой товара представлены вы на выставке ProdExpo? На ProdExpo мы приехали с инновационными продуктами. Это буженина пряная, рецептура, разработанная эксклюзивно нашими технологами. И вот сегодня по результатам выставки буженина пряная заняла почетное место и получила золотую медаль на выставке «Инновационный продукт». Вот буквально полчаса назад с нее вернулись. Поздравляю вас с медалью. Артем, скажите, пожалуйста, вообще какие сейчас тренды в 2020, в 2019 году были в консервах как раз-таки в этой отрасли? Слушайте, самые главные тренды, вот, если говорить о российском рынке, да и в целом стран СНГ, это качественный продукт. Люди со времен СССР, они несколько с каждым годом разочаровываются в консервах, потому как многие производители не совсем честно их производят. Вот мы же стараемся наоборот убедить нашу целевую аудиторию, покупателей наших, в том, что мы можем и делаем качественные, вкусные консервы. Но основной тренд вот за последние полтора года, и это направление, которое мы сейчас активно развиваем, это правильное питание, оно также может быть в консервах. И сейчас нами разработана широкая линейка фитнес-консервов, то есть это консервы из мяса птицы, из белого мяса, высокобелкового, с низким содержанием жиров. Это консервы паштетные, это паштеты из говядины, то есть из мяса говядины непосредственно, это высокого качества продукт. Сейчас вот мы уже по итогам года работы вот с этой новой линейкой мы видим широкий достаточно отклик со стороны аудитории и всячески пытаемся развивать это направление. Артем, и заключительный вопрос. Общее впечатление о выставке ProdExpo 2020? Вы знаете, красивая цифра 2020, и выставка в этом году, по моему субъективному мнению, она очень яркая, по моему мнению, ярче, чем в прошлом году, больше народу, больше заинтересованных покупателей, вот по итогам 4 дней, да, сегодня 4-й. Вот, мы очень довольны, рады и неизменно из года в год приезжаем сюда и стараемся делиться нашей продукцией, да, информацией о нашей продукции с максимальным количеством потенциальных покупателей. У нас в гостях был Артем Немиров. Спасибо огромное. Оставайтесь с нами.